столицу США лишили телеканала РТ. Компания-провайдер MHZ Networks, транслировавшая телеканал РТ в Вашингтоне, убрала его из сети вещания. Об этом сообщила главный редактор РТ Маргарита Симоньян в своем фацебуак. Компания-провайдер, которая транслировала наш эфир в Вашингтоне, выкинула нас из сети вещания. Из-за нашего статуса иноагента, да. Как говаривал экс-спикер Госдепа, добро пожаловать на упражнения по транспарентности и демократии, написала она. Симоньян пообещала, что РТ продолжит вещание в Вашингтоне на других платформах. В свою очередь, агентство Bloomberg выяснило, что прекращение трансляции связано не со статусом иноагента телеканала, а с частотным аукционом. Помимо РТ, из эфира цифровых станций WNVT и WNVC уйдут еще около десятка иностранных телеканалов. В конце ноября 2017 года стало известно, что исполнительный комитет корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США лишил аккредитации журналистов Russia Today. В середине месяца телеканал был признан в США иностранным агентом. В качестве ответных мер Госдума приняла закон, который приравнивает средства массовой информации к иноагенту в том случае, если он получает финансирование из-за рубежа. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.